Так, ну что, с Богом. Рысь. Угу. Ввожу 0,5. Ну, вообще не ладно. Тут сосуд. Это у нас обогащенное получается. Да, это концентрат. Тут больнее было. Угу. Вот это вот точка. Ага. Вот он. Ага. Хорошо. Ух. А сюда мы вообще ж не кололи ни разу. Нет, сюда не кололи. И где-то я здесь напальпировал. Как раз еще 0,5 можем. Не, давай в ту верхнюю. В верхнюю дарить. Я тут же кольнул уже. Не-не-не. Еще? Вот тут где-то. А, еще одна. Угу. Здесь это робот. Да-да-да. Вот она. Вот это собака. Уа! Не в сосуд попал? Не. Что ж там болит? А, в эту мы тоже не работаем. Вот тут сосуд. А? Вот здесь первый сосуд. А. Фу. А здесь не вздулось ничего. Вот это болючее. Ну и здесь уже так, по триггерам пройдемся. Да, это вот пустая плазма. Это уже пустая плазма, да. Обедненная. Пустая, но она тоже работает. Конечно, здесь микроэлементы есть. А если учитываешь ту механику инъекции самой, то мы обкалываем именно триггерные точки. И здесь еще помимо того, что плазма работает, еще механически. Я еще очень люблю вот эти вот стабилизаторы подкалывать. Оп. Тоже больше 0,5 не вожу обычно. Очень любят спортсмены вот эти точки. А какой вообще скорость? Пятеркой? Сейчас пятеркой, да. Ай! Угу. Мышцы. О. Ну, в принципе, больше некуда, даже осталось. Хорошо. А вот здесь еще было. Вот здесь вот. Латерально вот там где-то. Вот эту можно. Да, да, да. Да. Здесь прям самое такое. О. До свидания. До свидания. Ух. Ну, с правой было больнее. Вот и все. Вылечили. Практически, да.